привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Эту необычную машину придумал и собрал своими руками Эдуард Мельников и назвал «Интроцикл». «Интро» значит «внутри», «цикл» — «круг», «колесо». Это получается «внутри колеса». Скорость до 60 км в час. Повернуть можно на месте. Да и дорога интроциклу не нужна. По любой тропинке проедет. Устроен интроцикл так. Внутри неподвижного круга двигатель. Он вращает шестеренку, и это вращение передается на зубцы внешнего подвижного колеса. И снова интроцикл едет по шоссе. Едет осторожно, не нарушая правил движения. Счастливого пути!